Любимое зимнее развлечение детей, да и взрослых, это катание с горок. Но порой в погоне за острыми ощущениями люди забывают о собственной безопасности. Есть такие горки, скатившись с которых, можно стать участником ДТП. С декабря по март на территории Свердловской области, в том числе и Вербитим, проходит оперативно-профилактическая операция «Горка». Сотрудники полиции, причем не только отдела ГИБДД, выявляют опасные горки, скаты которых выходят на проезжую часть, и незамедлительно их ликвидируют. Несмотря на то, что снега нынче не так много, дети горки уже раскатали. На улице Фурманова, улица Солнечная, улица Молодой Гвардии и Степана Разина. То есть там, где проезжая часть дороги имеет возвышенности. Дети там катались, значит, эти горки мы выявляли и буквально в кратчайшие сроки эти горки либо демонтировали, либо, как сказать, посыпали противогололедными материалами для того, чтобы исключить факт скатов детей с этих горок. Об опасных горках сообщают полицейским и бдительные граждане. Светлана живет на улице Фурманова, и прямо перед ее окнами проходит одна из опасных горок. Дети катаются на ледянках и бубликах прямо по проезжей части. Часто катаются, особенно вот здесь катаются, когда выпадет снежок. Семьями приходят, катаются мамы, папы, дети. Ну, видимо, не понимают, что это опасное место. Наблюдать, конечно, очень страшную картину. Наблюдаем часто, когда выпадет снежок. Машины ездят постоянно, неважно, в какое время суток, утром, вечером. Автомобили двигаются. Это дорога. Это нормально, что машины ездят. Но детям, конечно, здесь делать нечего. Потому что вот опасное место для детей дороги. Сейчас коммунальные службы горку посыпали, кататься с нее стало невозможно, но это до первого хорошего снегопада. Светлана, беспокоясь за жизнь чужих детей, сама решила объяснять детям и их родителям, что с этой горки кататься опасно для жизни. Но не все воспринимают ее слова всерьез и продолжают мчаться по скату навстречу автомобилям. Анастасия Махнашина, Евгений Присяжнюк, Павел Тимофеев, НТС «Ирбит».